Чтобы получить доступ к уроку, вводим email-адрес и пароль. И нажимаем «Авторизоваться». Мы перешли на страницу личного кабинета. Теперь нажимаем на описание рабочей программы и переходим к урокам. Выбираем из открытых уроков тот, который нам необходим, и нажимаем на кнопку «Просмотреть». Здесь мы видим подробное описание и содержание данного урока, а также все необходимые материалы к уроку. Нажимаем на название и переходим к материалу. Также для вас доступен каталог литературы и мультимедиа. Нажимаем «Каталог», выбираем «Каталог литературы». Выбираем нужную нам тематику изданий, например, развитие речи. Здесь мы можем выбрать только книги с аудиоприложениями и выбрать уровень владения языком. Чтобы прослушать аудио, нажимаем на издание. Справа нажимаем «Аудиоматериалы» и приступаем к прослушиванию. Приятного обучения!